Can you hold me up? Всем трям, мои ногтевые феечки! С вами Юлия Лапшина, Nail Мастерская Чеширский Кот. И сегодня хочу вас познакомить с новинкой торговой компании Ноктика. Это легкосъемные гель-лаки. Есть уже другая коллекция, зимняя. Я немножечко задержалась с обзором. Мы пока смотрим основную коллекцию. Всего цветов 16, так что если интересно, оставайтесь со мной. Немножечко болтологического видео, я просто хочу, чтобы вы знали, что имеется такое в наличии магазин. А речь, что реклама, не реклама, все наплевать. Мое дело выдать вам информацию. Девчонки, магазин Ногтишоп — это большой первый супермаркет для мастера ногтевой индустрии в Москве. Да-да-да, вы можете приехать к ним по адресу, который указан на сайте, и сами руками попробовать всю продукцию, которая там есть. Да, у них есть специальная стойка для теста товаров, есть человечек-технолог, который вам поможет в случае чего разобраться, что вам надо. Да, и вы во всем можете поковыряться, понюхать нюхом, да, потрогать руками. В общем, короче, это задумка такая же, как в Питере у Пелисов, ну, реализована она в Москве, то есть очень-очень круто. Это пока единственный такой супермаркет ногтевой. Да, только Ногтишоп раньше был просто магазинчиком, да, а теперь это магазин, который еще и, грубо говоря, супермаркет. Это вообще клевенско-клевенско, потому что я мастер, который очень любит все воспринимать на нюх, да, и где-нибудь что-нибудь полазить. А мы сегодня с вами будем рассматривать вот такую штуку. У Ноктики есть обычные гель-лаки, да, а есть вот эта серия легкосъемных. Сейчас уже вышла зимняя коллекция легкосъемных. Ну, у меня ее нет, скорее всего, может быть, на канале вы ее не дождетесь. Да, я покажу вам только то, что есть. У меня всего 16 цветов. Да? Значит, хочу отметить, что, во-первых, очень грамотное обоснование по бутылке. На бутылочке написан состав, что это такое, дата произведения и дата годности. Ориентируйтесь по себе. Потому что срок годности гель-лака проставлен в соответствии, если вы его прямо сейчас возьмете и откроете, да, то есть 3 года. Если вы его откроете, например, через неделю, да, то есть у вас срок немножечко сдвинется. Вот в этой малютке 5 мл. У малютки очень странная крыхочка. Я не скажу, что она скользкая, она матовая, она какая-то резиновая. Да, но если честно, в этом софт-таче на крышечке остаются следы, да, то есть ваш отпечаток пальца. Что еще хочу отметить? Удобство на крышке, да, то есть все мы знаем, что я очень люблю, когда пишется на крышке номерочек, тоже респектулечка. Плюс, девчонки, за мою практику нейлмастера я увидела такую кисточку впервые. Смотрите, пожалуйста, это кисточка-лопаточка. Странная, я таких гель-лаков ни разу не видела. Хорошо выстрижены, без всяких косяков. Я начну сейчас с вами рассматривать S140. По-английски читать не умею, отстаньте от меня. Естественно, да, все мы помним. Делаем массаж зубрику. Зубриковый массажер. Пузырьку приятно, нам тоже. Это вот такой черничный цвет. Гель-лаки, девчонки, не текут. Консистенция у них, честно, странная. Видите, я держу кисть. По-моему, это все из-за кисти. Такая кисть-лопата не дает им вообще куда-либо прыгать и кенгурить. Давайте посмотрим его на выкраске. Девчонки, их можно сушить и в гибридах, и в уэ. Вот такая вот черничная история. Вы знаете, девчонки, кисточка-то, конечно, может быть форма удобной, но то ли я не привыкла к такой форме, то ли что. Давайте нанесем первый слой. Первый слой ложится не очень сильно равномерно, но это для легкосъемных гель-лаков простительно. Да, они в любом случае требуют второй слой, особенно когда еще грязь на типсе какая-нибудь попадет. Ужас ужасный.
Вот такая вещь. Давайте ее просушим и нанесем второй слой. Цвет такой, знаете, сливочерничный. Я не знаю, как точно и четко работать с этой кистью. Я ее сейчас держу слегка под наклоном к поверхности. Но во второй слой, как вы видите, этот гель-лак ложится очень ровно. Причем, девчонки, консистенция такая, вы знаете, может это работа кистью такой замечательной. Я с такими кистями не встречалась. Она не затекает никуда. Ну вот стоит. Меня спрашивали, и я знаю, что для девочек это очень важно. Девочки, в нем есть метакрилат. Да, у меня просто очень много девочек с аллергией. В нем есть метакрилат, девочки, есть. Гель-лаки имеют липкий слой. Да? Давайте посмотрим следующий цвет. Это S111. Моя любимая цветовая гамма. Цвет, ну, очень интересный. Ну, очень интересный. С мелким шиммером. У вас на камере он синеватый, а так он сиреневатый, девочки. Девчонки, они не однофазники, они наносятся на базу, перекрываются топом и имеют липкий слой. Вот этот гель-лак достаточно плотный и в один, даже минимально средний слой. Наверное, это обуславливается добавлением шиммера туда. А если вы видите. По поводу кукожится или не кукожится, при вас это все просушивается в лампе. И вы видите, что гель-лак ведет себя пристойно. По поводу дружбы с базами и топами, значит, сейчас скажу свое чистое мнение. На базе Эми стоит, не конфликтует, на базе Флекси Дансов стоит, не конфликтует, на Дансе Баюли и Белей не конфликтует, на Флаймере базе стоит, не конфликтует, с топами никакими не конфликтует, кроме пастельных оттенков с топом Теклес. Да, но я скажу вам так, что может у меня какой-то не такой топ, но Теклес и у меня на бежевых цветах, на пастельных, слегка дает какой-то эффект старины. Но вообще, в принципе, топ Теклес не предназначен для того, чтобы быть просто топом. Он промежуточник, да, он для дизайна. 111 давайте нанесем во второй слой. Во второй слой появляется как раз насыщенность. Девочки, вы видите, да, что я делаю? Я очень маленькую каплю растягиваю. Тоже расход материала. Сушим. Давайте посмотрим нанесение. Форма кисточки, если честно, девочки, для меня, ну, очень странная. Но я так поняла сейчас для себя, что она очень удобная, девочки. Очень-очень удобная. Она хорошо плющится, она сама по себе хорошо расплющивается, да, и сама такая приплюснутая слегка. Гель-лак необходим второй слой этому гель-лаку. Но консистенция для работы очень удобная. 103 во второй слой. Сушим. Поехали по розовеньким. Розовая балерина номер 104. Вы знаете, причем чем мягче этой кистью вы работаете по поверхности, тем равномернее у вас распределяется ей материал. К кисточке надо привыкать. Честно, девчонки, но кисть — интересная задумка. 104 во второй слой. Видите, я минимально наношу материал. Расход минимален. В принципе, 5 мл удобная погромовка, особенно для начинающего. Сушим. Следующий, 108. Девчонки, честно, я не пробовала их в рисовании. Вот честно-честно, я особо гель-лаками не рисую. Это вы все прекрасно знаете, я больше уважаю гель-краски. 108-й. Странного цвета. Беже-бежевый нюдик. Первый слой нюдика.
девочки, он полупрозрачный. Наверное, скорее всего, он базируется как камуфляж, потому что он очень быстро самовыравнивается. Посмотрите, какой красивый. Намного плотнее ложится. Здесь уже его камуфляжем, наверное, назвать нельзя. Но это надо смотреть, понимаете, по ногтевой пластине. Вот такая вещь. Очень странный цвет на выкраске, да, и таких у нас с вами будет три. Вот, не ориентируйтесь на эту выкраску, потому что внутри такая вот очень красивая вещуля. А? Давайте посмотрим. Чистые блесточки. Прям чистые, прям чистогановым, вообще чистогановым, прямо блестюхи. При этом эти блестюхи, девчонки, не просто на прозрачной подложке, они, как вам сказать, на пигментной такой подложке. По поводу топорщица, ничего не топорщится. Давайте нанесем 126 во второй слой. Ну, просто посмотрим количество блестюшек. Ну, с блестюшками, конечно, если честно, поковыряться с этой кистью, она не выдает материал. Да, с этого момента. Потому что, вот, видите, блестки все ушли, а пигмент остался внутри. Ну, очень-очень интересная история. Очень-очень интересная история. Давайте смотреть, 109-й, это чистый white. Вот смотрите, у меня к нему вопросы вопросные, потому что это не чисто белый, это молочно-белый. Да, он ложится без проблем, без полос, но цвет у него теплый, да, то есть не классический белый, а теплый белый. В лампе он не желтеет. Давайте нанесем второй слой. Вы знаете, девчонки, это не кипельно-белый, но работает тоже очень-очень хорошо. Это, знаете, это фарфоровые белые, девочки. Следующее волшебство, это номер 127. Тоже не ориентируйтесь на ярлычок. Это тоже нюдик, очень красивый нюдик. А цвет очень такой приятный. Давайте его выкрасим. Такой же полупрозрачный. Скорее всего, тоже френчевая вот эта вот основа, камуфляжик. Потому что он очень равномерно ложится, но при этом он такой, он полупрозрачный, девочки. Он больше тонирующий. Давайте нанесем 127 во второй слой. Очень красивый цвет, как камуфляж. Вот я люблю такие вот оттенки, слегка в розовину. Мне очень нравится вот эта вещь. 125-й. Тоже не ориентируйтесь на выкраску, да, потому что видно, что-то там с полиграфией случилось. Это еще один полупрозрачный нюд, но мне так кажется. Это как раз из серии для тех, кто любит вообще розовее розового. Давайте посмотрим. Да, девочки, абсолютно такой же. Значит, это у нас было с вами три вида нюда, который в розовинку, в коричневинку и совсем. Да, его фактически на типсе не видно, он тоже тонирующий. Давайте 125-й нанесем во второй слой. Вот это будет, наверное, самый-самый красивый камуфляж на клиентах, потому что он даже во второй слой, вы видите, зону кутикулы он затонировал очень хорошо, но при этом на свободном крае он слегка все-таки оставил, да, момент. S105. Красотинушка. Очень красивый,
коричневый такой бордовый цвет. Это коричневый, уходящий в какой-то, знаете, темно-сиреневый. Давайте смотреть его на выкраске. Потому что я не умею объяснять, как выглядят цвета. На ноготочке это просто коричневый цвет. Он требует второго слоя, девчонки. Требует. В нанесении он капризульковый. Хотя, вы знаете, девчонки, вот сколько я не смотрела шоколадных таких вот оттенков в фирмах, они все требуют второго слоя по большей части. Они все капризные. Может, пигмент такой капризный? Вот второй слой появляется как раз вот этот сиреневый подтон, про который я вам говорила. Очень красивый такой, очень королевский. Плотность. Укрылись, все, то есть, ну, нормально для работы в два слоя. 106. Это тоже очень-очень красивый цвет. Я бы его назвала Марсала. Если честно, девочки, вот он мне прямо вот, прямо вот, прямо, прямо, вот он мне прямо вот напоминает. Укрылистость у него будет хорошая, девочки, в два слоя. Первый слой, он идет все-таки с требованиями. Да, он не полосит, он ведет себя пристойно, но для интенсивности цвета, это что у меня стипсин, можно нанести второй слой. На второй слой придает плотности и яркости. Но на Марсалу похож однозначно. Вот такая красота. ЕС 110, девочки. Бесподобнейшая. Баклажаново-шиммерная. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Очень ням-ням-ням-ням-ням, девочки. Вот этот цвет любимец просто после 111-го. Поскольку он с коричневым пигментом, первый слой у него, естественно, требует дубля. Да, он хорошо разравнивается, без полос, не полосит. Но для интенсивности цвета этой бесподобной, изящной перламутровости я, естественно, рекомендую второй слой, девчонки. Вы видите второй слой, насколько сразу дает цвет. И вот он, этот безумный кашаладный шоколад. Девочки, он безумен. А я вам даже больше скажу. Взвездюхайте туда топокошку, и у вас получится шоколадный ягуар Лионейла. Это для тех, кто в теме. Следующий цвет у меня 112. Это последний из нюдовых оттенков. Да, давайте его посмотрим. Ну, блестюшечки. Пигменты шиммерное розовое безобразие. Клиенты такое обожают на всякие празднества, все клиенты вороны. Нанесение, девочки, все перламутровые лаки из этой коллекции, они имеют очень плотную текстуру, да, укрывистость бесподобную, но они не имеют под этой укрывистостью силы цвета. 112 во второй слой, он дает цвет. Да, перламутровое такое безобразие. Чисто перламутровое, чисто безобразие, девочки. И это любят клиенты старшего поколения, если честно, лично у меня. Следующий цвет коллекции Magic Red 137. Смотрим. Я просто сейчас промолчу, девочки. Я не могу ни с чем сравнивать, это будет не очень корректно, да? Я вам просто покажу бешеную пигментацию бешеного красного цвета. С перламутром. Но я вас предупреждаю сразу, что вот эти гель-лаки 102, 124, 137, то есть красные подоттенки, сушите дольше. Либо наносите тоньше. Второй слой.
Сейчас даже мы подснимем на немного скисти. Вот такая красота. 124-й. Обзывается, конечно, я в английском не профи. Но покажу вам это вот так. Это чистый, королевский, перламутровый, дорогой, спокойный оттенок. Не гласит, ведет себя пристойно, не кенгурит. Вот такая красота. Давайте 124-й нанесем во второй слой. Для насыщенности цвета. О, какой! Последний цвет, который имеется у меня, это ES-102. Lady in Red. Чистый, красный, морковно, даже красные девочки. Давайте выкрасим. Это сейчас на кисти фактически ничего нет, девочки. Да, видите, ничего нет на кисточке. Ну, вот его во второй слой, ну вот нафиг не надо переводить материал. Ничего не поменялось, ни пигментация, ни укрытистость. То есть он в первый слой лег уже идеально. Ну, девчонки, мои предпочтения вы все слышали, нанесения вы все видели. Это была небольшая коллекция из всего, что там есть. По-моему, цветов там 32. Да, особо пастели там такой, чтобы она была запастельная пастель, там нет. Но, девчонки, на данный момент у меня все. С вами была Юлия Лапшина, нейл-мастерская «Чеширский кот». Ставь лайк и подписывайся на мой канал, будут новые видео. Всем трям, мои ногтевые феечки. Где купить, оставлю в боксике под видео. Кто еще не знает, что такое ногтишоп. Хотя, наверное, таких людей уже нет. Все, всем до встречи, мои солнышки.